Дорогие друзья, поздравляю вас с тем, что мы вместе единой дружной компанией плавно перебрались во второй час программы «Пятничное течение» Fairy Flow на радио E1. Только что Bomb to Bass и Mark Lanigan, композиция Black River в совершенно потрясающем ремиксе от латиноамериканского аргентинского музыканта Ги Борато. Сразу после него Брайан Фарр, Pop and Lockful, оригинальная версия. Только что мне вспомнилась виниловая пластинка красного цвета. Из красного винила это было ограниченное издание Limited Edition Брайана Фарра года 2004 или 2003. Пластинка называлась «Xacto Funk». Как делал Брайан абсолютно психоделическую музыку, малопонятную основному своему слушательскому массиву, точно так же и продолжает вот эти прекрасные образцы женского хохота самого разного. Брайан Фарр, Pop and Lock Full. И дальше у нас Дэниел Портман, Back to the Underground и Sen Remix.
дорогие друзья, тем временем в Friday Flow наступил период анонсов ближайших вечеринок. Не только ближайших, кстати, есть и на долгосрочную перспективу у нас несколько дат в запасе для вас, которые уже сейчас вы можете отметить в своих клубных календариках. А как мне кажется, важное замечание — это то, что Friday Flow теперь выходит с 18 до 21 часа. По-прежнему по пятницам мы плавно переносим вас в наступающие выходные. Просто немного раньше. Дело в том, что, я думаю, вы все прекрасно знаете, что преимущество интернет-радио заключается как раз в том, что его формируют слушатели. И в тот момент, когда слушатели высказываются на форуме через личные сообщения по электронной почте, в телефонных беседах и так далее, с диджакеями, с редакторами, с теми, кто отвечает за интернет-вещание, всегда можно очень быстро найти точки соприкосновения, можно очень быстро договориться, прислушаться к мнению слушателей, что мы, собственно, и сделали. Поэтому теперь Friday Flow с 6 до 9 вечера. Мы выходим чуть пораньше, для того, чтобы те, кто работают в пятницу допоздна, у кого нет сокращенных дней, успевали послушать нашу программу, захватить начало на своих рабочих местах. Для тех, кто будет уже дома, мы начинаем пораньше, чтобы вы успели до того, как отправитесь в ночные клубы. В общем-то, мы делаем все для того, чтобы быть максимально близко к вам. Поэтому сегодня у нас особый случай. Мы начинаем в 5 часов. Так как Маркус Шульц прислал двухчасовой микс, мы по-прежнему будем выходить в формате 2 плюс 1, 120 минут дуэт Формал. Антон Гузев и Евгений Свалов. Мы представляем вам наш еженедельный выбор хаос-музыки. И 60 минут специальный гость, которого мы анонсируем еженедельно на radio.e1.ru.
дорогие друзья, возвращаемся к анонсам. Хотел бы рассказать очень кратко вам одну курьезную историю, которая произошла буквально дней 10 назад. Дело в том, что 2 недели назад мы анонсировали вечеринку Zero Gravity, очередную вечеринку из серии Zero Gravity, транс и прогрессив транс музыка, на 6 ноября, 06.11, 11 месяц, предпоследний в году, намечена очередная вечеринка Zero Gravity, хедлайнером которой будет музыкант из Москвы Вадим Соловьев. Так вот, анонсировав вечеринку 2 недели назад, почему-то произошло какое-то недоразумение. Многие подумали, что 6 октября, а не 6 ноября. Многие торопились уже узнавать, как попасть в списки, как получить проходки, как оказаться на этой вечеринке. Еще практически месяц до даты, а Дима Шейкер создал специальную тему на форуме «Клубная культура» kk.yadin.ru. Там есть все подробности, там достаточно много вариантов, как можно попасть на вечеринку с различными льготами, скидками, бонусами, как получить подарки, как прийти всей компанией. Обязательно загляните, посмотрите. И еще одну дату с удовольствием анонсирую. 12 декабря, 12-12, через год после фестиваля Lost in Space 2008 состоится фестиваль Lost in Space уже 2009. Промо-группа Dreams Management не останавливается на достигнутом. В прошлом году фестиваль прошел с большим резонансом, с огромным количеством клаберов. В клубе Nirvana мы собирались на Бебеля 17. Сейчас в этом году площадка несколько другая. Это клуб Base на Космонавтов, известный многим как клуб Автобан и так далее. Славное, знаменитое место. Так вот, Lost in Space 2009, Эд Космонавт и спутники. Эд Космонавт не только с диджей-сетом, но и с живым выступлением вместе со своей командой представляет очередной свой студийный релиз. Это презентация альбома Эда Космонавта и спутников. В компании с ним Володя Фонарь, знаки Digital Emotions, Москва. Естественно, дуэт Formal, Антон Гузев, Евгений Свалов, наш диджей-сет на Lost in Space 2009. Остальные участники пока уточняются. Конечно же, мы расскажем у них в будущих эфирах. Итак, 6 ноября Вадим Соловьев, Zero Gravity, 12 декабря Lost in Space 2009, Эд Космонавт и спутники, Володя Фонарь и Формал. We'll be right back.
приближаются заветные минуты, когда начнется специальный гостевой микс Маркуса Шульца, приуроченный к вечеринке «Амнезия Ибица 2009 Маскарад» 24 октября в телеклубе. Из достоверных источников от менеджмента Маркуса нам стало известно, что множество композиций прозвучит из недавно вышедшего альбома «Маркус Шульц Презент Дакота». Собственно, диск этот, я уверен, большинство тех, кто собирается посетить вечеринку, уже слышали. Но, как вы знаете, уже неоднократно мы встречались с таким феноменом, как альбом ремиксов, когда артисты выпускают сначала диск из оригинальных версий и потом через несколько месяцев отдают на переработку для того, чтобы сделали свои интерпретации какие-то близкие друзья, коллеги, музыканты. И вполне возможно, что альбом ремиксов «Маркус Шульц Презентс Дакота» также вскоре увидит свет, поэтому много эксклюзива готовит нам Маркус и готовит нам Брайан Кросс, его коллега, который будет открывать перед Маркусом Шульцем. Еще раньше перед Брайаном Кроссом и Маркусом Шульцем будет дуэт «Формал». Поэтому в 23.00 приходите к началу для того, чтобы увидеть церемонию открытия «Амнезия Ибица 2009 Маскарад». Маскарад — это не просто слова, это действительно шоу, потому что едет в Екатеринбург не только группа артистов лейбла «Амнезия», едет и специальная шоу-программа, лазерное пиротехническое шоу. Когда все это будет монтироваться, когда все это будет репетироваться, сложно сказать, но организаторы нам все это обещают. Не только музыка, но и зрелище. Мы уже в предвкушении, мы готовим специальный сет. Очень будем рады с вами увидеться. We'll be right back.
Дорогие друзья, с удовольствием передаю эстафету вечернего эфира в пятницу, 16 октября, на радио Е1 в программе Friday Flow Маркусу Шульцу и специальной версии его шоу Global DJ Broadcast. Это один из эпизодов, записанных на Ибице, специально, чтобы перенести впечатления Маркуса от летнего сезона на испанском острове свободы, солнца и счастья на осеннюю уральскую землю. Маркус Шульц в ближайшие 120 минут. На следующей неделе мы начинаем в 18.00. Начинаем в новом расписании с учетом ваших пожеланий. Уже в понедельник с утра запись этого эфира на formal.ru. Спасибо, что были с нами. Естественно, не отключайтесь. Маркус рад вашему вниманию, как и мы, как и вся команда радио Е1. До встречи на следующей неделе в пятницу в пятничном течении и в субботу в телеклубе.